Как говорится, Новый год – время волшебства. Каждый из нас хочет найти под елочкой то, о чем мечтал все прошедшие 365 дней. Главная сложность заключается в том, как сообщить об этом Дедушке Морозу в роли многочисленных родственников и друзей, да так, чтобы это не было слишком навязчиво. При этом нужно и самим угадать, что же хотят получить ваши близкие. Пресловутый вопрос «что подарить?» становится головной болью, а не приятными предпраздничными хлопотами. Мы облегчим вам задачу и расскажем про то, что ни вы, ни ваши родные точно не хотели бы увидеть под новогодней упаковкой. 10-е место. Домашние животные. Если адресат подарка явно не просил о новом друге, а просто жаловался на одиночество, это совсем не значит, что он будет счастлив получить в подарок такую обузу. Далеко не все люди любят животных, и к тому же почти никогда точно не знаешь, есть ли у вашего друга на них аллергия. За свою явную непредсказуемость котята, щенки и прочие домашние питомцы открывают наш рейтинг. 9-е место. Парфюм. При опросе общественного мнения в разных странах о том, что людям надоело получать на Новый год и Рождество, одну из лидирующих позиций заняли средства личной гигиены и парфюм. Универсальность этого подарка делает его чуть ли не самым популярным среди обезличенных презентов. Парфюм можно дарить кому угодно и по какому угодно поводу, не особо напрягаясь на тему того, понравится ли его аромат адресату. Многие находят в этом подарке даже оскорбительный подтекст, гневно вопрошая у дарителей: «Неужто я так плохо пахну?» Стоит ли говорить, что средства личной гигиены еще более красноречивы в этом смысле подарок? Как ни крути, но такие близкие к телу вещи человек должен покупать себе самостоятельно. 8-е место. Фигурки с символом грядущего года. Оглядывая полки своих шкафов и стеллажей, у каждого в доме найдутся воспоминания о прошлых празднованиях Нового года, и это не что иное, как все различные статуэтки, свечи и брелки с изображением змей, драконов, обезьян и так далее. Считается, что в Новый год стоит входить с его покровителем, поэтому каждый норовит обеспечить другого этой бесполезной ерундой, которую и выкинуть жалко, и ставить уже некуда. Несмотря на то, что многие точно знают, что не хотели бы заваливать свой дом сотнями изображений мартышек, бабушки на развалах, продающие подобные безделицы, никуда не уходят со своих рабочих мест. А это значит, что спрос на них все еще очень велик. 7-е место. Передаренные подарки. Если вам подарили что-нибудь неподходящее, то самый простой способ сбагрить ненужное добро – передарить его кому-нибудь другому. Но если вас подводит память или внимательность, этого делать не стоит. Новогодний праздник будет неизбежно испорчен, если выяснится, что эту же самую вещь вам подарил кто-то из присутствующих за столом еще в прошлом году. Также часто бывает, что вещи оказываются именными или подписанными дарителем. Один невнимательный парень умудрился подарить своей невесте вазу с надписью «любимому дедушке», в спешке перепутав его и свято уверенный в том, что дарит ее любимой девушке. Нетрудно догадаться, что случилось с вазой и головой горемычного дарителя. 6-е место. Вещи не по размеру. Казалось бы, что может быть хуже предыдущей позорной ситуации? Однако один из самых неловких моментов, когда подаренная вещь не подходит адресату подарка, потому что либо слишком велика, либо наоборот, как говорят, даже на нос не налезет. Трудно придумать слова или способ сгладить эту историю. Безусловно, испорченное настроение гарантировано обоим, как дарителю, так и получателю. Особенно если второй комплексует насчет своей фигуры, а вещь оказалась ему мала. Такое долго не забывается, как ни старайся, поэтому, если вы намерились подарить кому-то предмет одежды или обувь, будьте точно уверены в том, что не ошиблись с размером. Далее у нас следует 5 самых трешовых по своей нелепости подарков. Уверены, что вы даже не могли себе представить, что такое некоторые люди реально находили под праздничным деревом. 5-е место. Фекальные Санты. Открывает 5 несколько предметов, сделанных по извращенной фантазии псевдодизайнеров и кондитеров. Рано или поздно каждый американский ребенок спросит у своих родителей, ходит ли Санта в уборную. Ответом на этот вопрос послужили игрушки в форме заморского Деда Мороза и оленей, испражняющихся конфетами. В комплекте Санта его навоз упакованы отдельно. Для того, чтобы дедушка сделал свое разноцветно-грязное дело, надо накормить его через ранец на спине, а затем нажать кукле на голову. Судя по выражению его лица, дедуля очень рад подгадить всем в душу. Его верные спутники-олени не отстают от Санты, и в дополнение можно приобрести пряжку бодрых, полных задора парнокопытных, которые своими сюрпризами не оставят послушных детей в празднике без коричневых сладостей. Чтобы олень вас покормил, надо нажать ему на хвост. Что ж, осталось только изготовить куклы в виде пони и радужными конфетками в форме бабочек. Странно, что такие креативные производители до сих пор до этого не додумались. 4-е место. Надувная елка. В предновогодней суете так трудно найти время поставить и нарядить елочку. Услужливые производители фекального Санты предлагают подарить своим занятым друзьям надувную новогоднюю елку 121 см высотой.
Волшебное во всех смыслах дерево уже наряжено и, судя по всему, многоразовое. Если у вас есть кот, который любит разрушать новогодний уют, приготовьтесь откачивать беднягу от сердечного приступа. А если кота нет, можно весело провести время, обстреливая псевдодерево пульками из попы Санта-Клауса. Для пущего веселья неплохо было бы закупиться пластиковыми мандаринами и бутафорской курицей. Если верить приметам, после встречи Нового года в такой обстановке можно ожидать персонального апокалипсиса. Третье место. Биоконструктор по выращиванию елки. Если вам на Новый год неожиданно подарили банальную шишку, то не огорчайтесь, этот подарок не так прост, как кажется. Это отнюдь не шишка, а биоконструктор под названием «Вырасти сам свою рождественскую елку». Но ведь давно известно, что лучшие подарки создаются собственным трудом. В комплект конструктора входит инструкция и еловая шишка, готовая к употреблению. Возможно, не всякий сможет осилить 8 страниц мануала, но это еще не беда. Рост полноценной елки и сувенирной шишки займет не меньше 10-20 лет. Как подарок внуку, сгодится. Второе место. Гуана-календари. Компания Rinky Dinks, занимающаяся товарами для животных, который год балует кошатников и собачников календарями с живописными натюрмортами, с кошачьими либо собачьими кучами. На обложке календаря на 2010 год запечатлен Зорро, который словно святой Егорий победил, но не змея, а нечто собачьего происхождения. Календарь стоит $16. Каждый из месяцев посвящен гуана собачек разных пород и родословных. Первое место – домашний скот. После всего увиденного и услышанного мы решили, что первое место должен занять самый эксцентричный подарок, когда-либо сделанный главе государства. Всех в этом опередил уже бывший мэр Лужков, сделав большой новогодний сюрприз Владимиру Путину. В 2003 году Владимир Владимирович получил маленькую козочку и теперь приезжает каждый год, чтобы покормить ее из новогодней кормушки. Что же касается обычных людей, живущих в городе, трудно даже предположить реакцию на такой презент. Напоследок добавим, что любой подарок должен быть адресным и преподнесенным с душой. Делитесь своими впечатлениями о том, сбылись ли ваши новогодние мечты, подписывайтесь на канал и ставьте лайк.